Привет, друзья! С вами Сергей Любавин. Сегодня мы на Кавказе, в горах, находимся, льет целый день проливной дождь, но это не мешает нам отдыхать в кругу друзей. И сегодня у нас обед, мы будем готовить черного дагестанского барана. Друзья с Кавказа нам привезли заднюю часть этого барашка. И сегодня для вас будет шурпа и шашлык. Для того, чтобы начать приготовление этой изумительной пищи, за ваше здоровье от души. Жилка. Это причина запаха. Ее нужно аккуратненько просто раз. Запаха баранина. Вот и все. И не будет никогда пахнуть ваш барашек. Сейчас мы это вырежем все. Вот все. Мы замариновали мясо. Первый ролик был, это вы видели, этого барана. Это свежайшая кавказская морковь пойдет сегодня в шурпу. Этот кабачок пойдет туда же. А вот это замаринованное мясо, и замариновали мы его в луковом соке. Мы терли лук и отжимали его в марле. В луковом соке будет стоять это чудо часа два, наверное. Теперь переместимся сюда, здесь горит огонь, все будет готово к шашлыку, когда перегорят угли. А здесь казан у нас, традиционный казан. И то, что осталось от нашего баранчика замечательного, это косточки с мясом. Это сейчас будет вариться, и из этого будет шурпа. Мы запустим овощи сюда. И даже не шурпа, я бы сказал, это казацкая похлебка. Казацкая похлебка, которую варили издавна наши предки и кушали с удовольствием. Свежие продукты самое главное, и не забываем ваше здоровье.